Корова, корова. Здорово. Со мной это бардак, а без меня вообще. Извиняюсь, забыл, тоже все на тебе держится. Держится тут, братан. Все на соплях. Ну ладно, бог с ним, с Бентли. Ты хоть, я не знаю, как-нибудь борща, а что ли, мне сварила. Какой борщ, какой Бентли? Я Леша, кстати. Кто он? Чем занимается? Его зовут тебе работу. Какую? Настоящая, хорошо исполненная операция – это ведь как поэзия. Предательство. Я не хочу больше никого убивать. А вы хотите в самый решающий момент дезертировать? Честь. Ты убиваешь живых людей. Они бандиты. Что ты такой, чтобы решать, жить им или нет? И давно ты в этом деле? Полгода. Знаете, почему вы все еще живы? Потому что я стою на линии огня и загораживаю вас снайпером. Достоинство. Будем валить. Вы солдат или визажист, парикмахер, мать вашу? Любовь. Алексей, вы что, забыли? Солдата делает неуязвимым то, что он уже мертв. Беги! Алексей Чадов. У меня прямой приказ. Устраняешь главного, можешь быть свободен. Оба ведь в одном воде. Андрей Чадов. Мочить будем этих пидорасов, пока не прочухали. Давно об этом мечтал. Или ты зароешь этого пионера-героя. Или самого закопаться заставлю. Террасе. Не, ну такой профиль. Солдат любви. Вот такая вот примерно, братан. Мать ее. А предупреждать не пробовал, братан. Извини, немножко ломал здесь чуть-чуть. Ты не ссы, я починю.